ротор «Нант». 13 число оказалось счастливым для волгоградцев. И ротор отлично сыграл. Безусловно, ему достался самый сильный соперник. «Нант» – очень хорошая, интересная команда, умеющая остро и разнообразно атаковать. 28-я минута, «Оэдек» 1-0. Ротор и до этого игравший активно резко усиливает наступательную мощь. Идут вперед защитники, и Геращенко на 42-й минуте делает счет 1-1. Из наших клубов ротор один из немногих, кто часто забивает мячи после угловых, штрафных ударов. Ну прямо российский Пари Сен-Жермен. Веретенников выполняет удар с угла поля, а Нечаев забивает мяч в сетку. 2-1 ротор выигрывает. А потом ротор забивает мяч со штрафного. Веретенников очередной раз бьет сильно, и мяч в сетке. 3-1. Хороший разрыв, хорошее настроение у зрителей, у команды. Ну вот в конце игры на 83-й минуте неудачно сыграли в обороне футболисты Волгограда. Индорам сократил разрыв в счете. 3-2. А потом грубейшую ошибку совершил арбитр Прумбою. На 89-й минуте волгоградец Жуненко забил отличный гол. Все было правильно, никаких ошибок не было, никаких не было нарушений правил. Но арбитр этот мяч не засчитал. Жаль. Счет 3-2. Я думаю, у волгоградцев есть все основания успешно сыграть в ответном матче в Нанте.